Всем привет, друзья, с вами ММА. И сегодня я хотел вам показать одну историю о том, как игра меня жестко забулила. Ну, как вы знаете, мы 35-й апнули, потом мы его слили в дуо ШД с рандомами. И, кстати, Мэнди, смотрите, МС Мэнди. Ну, давайте тоже купим, заценим. Потому что сейчас я вам покажу. Заходим в квесты. Квесты обычно появляются всегда заранее, но в этот раз они вышли чуть позже, и получается у меня уже перс 1200+, и появляется этот квест. И нормально, либо команду собирать, чтобы эти квесты проходить, либо, не знаю, с рандомами играть. Но есть идейка. Я, короче, увидел большую игру и подумал, на Мэнди иногда можно исполнять лютые хайлайты, а что если пойти и попытаться найти Мэнди босса и вот с ульты там дать? Троих-четверых, не знаю, получится это или нет, но вообще постараться победить. Давайте попробуем это сделать. Перед началом обязательно закидывайте лайк. Сейчас не факт, что с первой катки даст босса, не факт, что подбор будет хороший, что вообще в целом, если там 3-4 прима просто каких-то танков не закинет, я их никак остановить не смогу, они будут просто по КД залетать, поэтому будет нелегко. Обязательно подрубайте код ММА. Спасибо большое всем, кто поддерживает, и залетайте в телегу, потому что там всегда крутые новости, конкурсы, имбуля и, конечно, посты важные. Давайте возьмем МС Мэнди. Подбор, наверное, будет не быстрый, но уже тут кто-то есть. И иногда боссы отдают. Я не знаю, кто это придумал, как это вообще работает. Если кто шарит, напишите. Но момент такой, что мне эта тема непонятна. Просто становится неинтересно играть в этот режим. Но сейчас будет реально интересно, если боссом станет, потому что я отдавать не буду. Извините, конечно, да, но я играю. Ну и закидывает нам сразу бустера. И он отдает. Ну ладно, либо не отдает. Ладно, давайте мы эту карточку скипнем, потому что здесь ничего интересного нету. Под бисерком, когда Мэнди покоцаешь без босс-файта, она бьет 4312. Получается, такие как Тик сразу падают. Если говорить про босса, я не помню, сколько процентов плюсуется там дамага, но посмотрим. 3700 бьет без бисерка, это получается 4+, наверное, босс как минимум должен выдавать ультой. Но ее еще надо накопить, если будет спам, то будут большие проблемы, поэтому погнали. Окей, мы сыграли уже 3 каточки подряд, пока босса что-то не хочет давать. Обычно иногда бывал момент, что закидывал сразу 2-3 раза подряд боссом. Ну, сейчас посмотрим. Ой-ой-ой, ну 2 бустера, блин, это больно будет. Ладно, давайте погнали. Так, бьет по 2700. Блин, озвучка, конечно, мега. Ой-ой-ой, по 5 бьет. Но эти присоски пошли. Ой-ой-ой, там по кого-то прибил. Но это очень-очень было близко, но бустеры это большая проблема, поэтому надо еще попробовать. Ой-ой-ой, ну как назло, сразу бустер закидывает, ладно. Чел сразу бегать стал быстро, с одной тыки. Thank you.
Эрика только выжила опять домой. Гуманичный кашет. Ой-ой-ой, на два зашла нормально, но это, конечно, не прям хайлайт, но давайте хотя бы выиграем. Блин, не попал. Вот это хайлайт сейчас будет. Ой-ой-ой-ой. Вовремя зарядка сплыла. Ладно, есть другой момент. Что у нас? Есть реальный крутой вариант сделать вот прям жесткий хайлайт. Сейчас я вам покажу. Хайлайт вот можно здесь исполнить. Давайте попробуем. Сейчас я вам покажу, как это делать. Это, сами понимаете, это уже не 1200, но мы-то чисто на красоту хотим. Сейчас я накоплю ульту, и